Всем доброго времени суток, уважаемые. Вот, сегодня я приехал на рыбалочку. Это место один раз вы у меня в каком-то видео видели. Но в этом году, в данном месте и на данной реке я всего второй раз. То есть, по сути дела, информацией по данной реке я не владею, потому что один раз я был весной, и вот сейчас осенью я опять здесь. Видно, вот такие красивые сопки, тут со скалой, лес цветной, осень. Чистая вода, правда, погодка пока поднимается, схлестали. Сегодня со мной Андрей. Второй Андрей в немецкой кепке сегодня должен подъехать вечером у нас. Обещал подъехать вечером к нам. Вот. И завтра с нами тоже денек порыбачит. А сегодня мы будем начинать наш путь. Вернее, мы уже поднимались 2 часа. Ну и сейчас будем спускаться и ловить. Посмотрим, как вообще на данной реке клев, есть что или нет. Как настроение, Андрюх? Нормально. Нормально? Ну что, будем сталкиваться и поедем. Да. Ну вот, первая рыбка. Первый заброс. И вот она, рыбка. Даже не знаю, кто клюнул, но упирается так сильно. Честно скажу, вот те реки, которые раньше вы видели, вот на этой реке рыба такая самая сильная. Она мне нравится. Вот смотрите, она даже как на спиннинг загибает. Это совсем не то, что вот другие реки. Есть реки, на которых как бы это, рыба намного слабже. Здесь она прям такая сильная. Вот обыкновенный линок, как на всех реках. Но здесь он необычайно силен. Видите, даже по изгибу спиннинга он просто такой бультерьер. От этого я эту реку люблю и всегда каждый год сюда приезжаю, чтобы половить вот таких вот очень сильных, красивых линяр. А клюют они почему-то на Итума Самбо всегда. Это для них тут любимое лакомство чрезвычайное такое. Ну давай. Брать я его, конечно, опасаюсь, потому что знаю, что он очень сильный местный линок. От этого надо его чуть-чуть угомонить. Этого красавца. Ага. Очень хороший. Хороший жирный линок. Очень сильный при том, что. Ну и спириту тяжело с ним, конечно, справляться с таким линярой. Вот ушел. Ну и хорошо. Не снимать его с крючка. Ну вот уже третья поклевка. Один у меня сорвался. Ну уже у лодки ушел, вы видели. Потом еще один ушел. Это уже третий, блин, вот. Стоит вот буквально 100 метров, и здесь большая концентрация линяр хороших. Ой, какой красавчик. Просто обалдеть. Это уже местный. Ого, Андрюша. Лень такой, блядь. И опять в главной роли у нас самбо от Итума. Вот еще одна поклевка, и все с одного места ловим. Очень хорошая стайка попалась. Ну и сейчас у меня в главной роли Итума Хейл. Самбу я снял. Ой, какой сильный. О! О! Это просто кайф. Люблю я эту речку, блин. Это просто спиннинг загибает. Аж рука уже болит. Их тягать. Хотя они не гигантских размеров, но очень сильные. Очень сильные рыбины на этой реке. О, какой хороший. Аж цвет такой у него. Огонь. Вот еще одна отличная поклевка. Сильного линяра. Это просто шедевр какой-то. Какие они тут сильные. Я просто кайфую, блин. Просто кайфую. Линки как линки, но здесь они такие прокачанные все. На этой большой сильной реке. Они здесь все прокачанные линяры. Особо опасные. Сейчас у меня самбо в действии. Ой-ой-ой. Даже страшно к нему руки совать. К такому, блин. Бультерьеру. Ой-ой-ой. Ого. Вот это он дает. Вот это он дает. Вообще. Радует.
спирит в колесо, все на грани фола, фрикцион работает. Ух ты! Рыбацкое счастье, доктор. Ой, ой, что он творит? Огонь, это просто огонь. Даже подниматься не хочет. Не то чтобы там каких-то рекордных размеров, но какой он чрезвычайно сильный, этот проходной линок здесь, в этой речке. Он очень сильно радует душу. Ого! Еще одна поклевка. Чрезвычайно сильного рыба. Вау! Вау! Это просто какой-то кайф. Ой-ой-ой. Ой. Так, у меня у друга все равно запутался шнур. От этого надо к берегу. Все равно выходить на берег. Андрюша, на берег выйдем сейчас. Как раз заодно попутно разберусь этим силачом. Оба! Ой-ой-ой! Красавчик, несомненно. Но какой он здесь сильный. Это просто. Это просто огонь. Очень сильные линки здесь. И особенно красивые. Ох, какой. Ох, какой насатик-то. Ух ты, обалдеть. Ну и, конечно, в главной роли Итума Самба. Спиннинг Спирит. Блэк Холл Спирит. О, да его так обхватить тоже тяжело такой. Ой-ой-ой. Хороший, жирный такой. Это видно уже с приточных речек. Он начинает уже катиться в основное русло. И, в принципе, я не ошибся, поехав сюда. Вот. Блин. Руку аж из руки вырывается. Каждое его движение прям рука. Ну-ка, еще раз. Да ну его удержать, это дофига делов, конечно. Он даже, смотрите, сам себе даже вот губу рвет. Видите, как он упирается. Там, блин, просто рыба-зверь. Вот Андрюха тоже поймал. Поймал, ух, какой хороший. Хороший, Андрюшка. Леопардик. Тебе помочь, Андрей? Тебе говорю, помочь? Наверное. Нифига тянет. Как тебе ощущения, Андрюх? Герои. Тянет не по-детски. Ой, какой здоровый. Magic Breeze просто в хлам изгибается. Фрикцион. Ой, что он творит? Вот это лень. Я не тяну его, да? Ну, ты уже до такой степени фрикцион буксует на месте. Надо, так... Ты вообще-то подмотал очень близко. Ты так не заберешь, спиннинг сломаешь. Ну, помогай. Я не возьму его. Нет, а понимаю, веди его сюда. Ну, ты подмотал близко, понимаешь? Ну, побольше. Рукой просто, да. Тут дужку скидывать не надо, то уйдет. Да, просто рукой. Да. Понял? Что ты сейчас будешь подводить? Ой, какой он жирный. Офигеть. Ого! Нифига себе! Поздравь меня с первым. Поздравляю тебя с первым линком, доктор. Спасибо. Доктор и вода. Доктор и вода. Саня, блядь, это мой первый линь, блядь. В жизни первый линь, Андрюхин. Ну, я скажу, ты тут... Ты снимаешь, да? Да, тут трояк такой железнобетонный, слышь?
Вот и у меня поклевка тоже. Это какой-то вообще. Это просто зверь какой. Я даже не знаю. Ну так тянет. Так тянет.